Семья Просвиряковых в этом году из съемной однушки сможет переехать в собственное жилье. Родился ребенок, и нужно было расширяться. То есть и предприняли, получается. Ну, почитали о программах, которые существуют. Нам подсказали и пошли, подали заявление. Ну и прокатило, получается. Это хорошо, что попали, успели. И действительно успели, ведь Даниилу уже 36. А это значит, что по старым условиям программы претендовать на сертификат он бы не смог. Но с этого года правила изменились. Когда один из членов семьи достигает уже 36 лет, он, к сожалению, выбывал из программы. Вот сегодня мы как раз даем сертификаты этим семьям, которым исполнилось чуть больше. Поэтому очень справедливо и замечательно. Кроме Просвиряковых, сертификаты получили еще 34 семьи. Всего в этом году более 140 семей смогут улучшить свои жилищные условия. Деньги на эти цели выделены из регионального и федерального бюджетов. В сумме около 124 миллионов рублей. Всеволод Краснов, Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ 21+.